любовь. Какая это любовь, когда они уезжают? Ты что, наоборот? Представляешь, вдруг Петя женится на нашей Ольге, и они все вместе в Америку. Так не Петя же уезжает, его отец уезжает. Но ты ничего не понял. Ведь Петя летит с ними вместе, они же всей семьей. А Ольга поедет как жена, жена Пети. До отца контракта на 3 года, а потом-то они возвращаются. И пусть они к чертовой матери возвращаются, она останется там, будет там проживать. Она Петю любит? Любит, не любит, какая разница, если Америка. Так они женятся, что ли? Ой, если бы. Ну, в общем, ладно, они сами разберутся. Представь себе, так, завтра тебя берут в совместку. Совместку меня?